Всем привет, дорогие друзья! В данном ролике я расскажу о трех полезных командах для идеальной игры с снайперской винтовки. Ну что ж, погнали! Первая консольная команда делает перекрестие у снайперских винтовок толще, что поможет тебе не терять прицелы из-за сильного размытия при движении. Следующая команда очень полезная, так как она не убирает размытие, а исключает бесполезные при малейших движениях. Это позволит быть сконцентрированным на игровом процессе. Ну и последняя команда, не пугайтесь такого длинного числа, так как это идеальная чувствительность. Ее высчитал пользователь Reddit, заявив, что при этом показателе будет комфортно делать быстрые и эффектные рывки. Эта команда также достойна твоего применения. А на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.